Друзья, всем привет! Я Кожушка Владимир, собственная компания Red Balkon. Мы продолжаем экскурсию по нашему офису. Смотрим, показываем образцы. Сейчас у нас супер будет презентация. Презентация окна американского. Поехали! Значит, рассказываю, показываю, как все происходит, да, в эксплуатации. Укажу на важные моменты, потому что наши клиенты задают вопрос о том, как им пользоваться, насколько удобно, насколько оно герметично. Стоит вопрос тоже, можно ли установить москитную сетку. И самый-самый главный вопрос, как удобно его мыть. Поехали. Значит, окно выглядит вот так. Верхняя часть и нижняя часть. В нижней части у нас есть специальная ручка. Это, ну, не знаю, по-другому, но может ребро такое вот горизонтальное. Ну, мы называем это ручкой. Берется за эту ручку, и окно поднимается вверх. Чуть выше над этой створкой есть замки, замки-фиксаторы, которые работают по принципу запорных поджимных. То есть они запирают и чуть-чуть разжимают створку. То есть если посмотреть, то вот верхняя часть поднята до самого конца. Она, кстати, тоже поднимается, опускается. Дальше покажу. И показываю, как это все работает. Все очень просто. Подходим к окну. Один замочек отщелкиваем. Просто раз. И в одну сторону. Так флажок поворачивается. Другой такой же. Тоже сдвигаем в одну. Вправо получается. Они на самом деле только вправо. И дальше берем что? Мы берем за нижнюю часть ручки. И поднимаем вверх. Поднимается очень-очень легко. То есть сама створка, она просто скользит. За счет уплотнителей, они, это синтетический уплотнитель, фетр мы называем, и поднимается вверх. И сама створка, она держится, она не падает вниз. Там стоит внутренняя специальная пружина, принцип как в часах, как в будильниках старых, которые были. Она просто внутри стоит, и она как бы створочку ее фиксирует и поднимает вверх. И очень легко. Вниз, вот она так закрылась, вверх. Просто и все. Даже если будет створка широкая и выше по размеру, да, то она спокойно также будет подниматься. Значит, эта конструкция, она сделана из ПВХ, стеклопакет. Стеклопакет — это стекло и внутренние камеры. И вот эти замки. В принципе, больше ничего нету. То есть фурнитуры такой сложной, как в обычных окнах, ее абсолютно, ну, нету. Просто два замочка. И еще есть, это фиксаторы, которые фиксируют окно в положении, чтобы оно само не открылось, не отвалилось назад на вас. Поехали. Показываю все как есть. Значит, ручку взяли, подняли вверх. Спокойно можно с нижней части, если, например, это веранда, или это беседка, или это магазин. Магазины очень часто заказывают. Можно что-то подавать. Как пример, там вот ларьки некоторые делают. И там ночные варианты, да, или, кстати, летний вариант торговой точки питания, да, можно спокойно подавать бутерброды. Подняли вверх, ничего не надо, не фиксировать, вообще ничего не надо, она так и работает. Опуская вниз, флажок раз, флажок два. Самое главное, при закрывании, при повороте флажков, створка верхняя, которая здесь есть, она тоже должна быть до самого верха туда, как бы до самого поджата. Если так не сделать, то будет, знаете что, просто створка не закроется, не будет от этого распорного действия, и она, ну, просто-напросто может, ну, в таком положении закрыться, и у нас будут ущели вверху внизу. То есть действие самое главное — это вверх, это максимально вниз, флажки повернули влево. Теперь доходим до самого главного действия. Это когда люди задают вопрос, а можно ли пользоваться верхней частью. Верхней частью тоже можно пользоваться. Мы флажочки поворачиваем вправо и тянем за створочку вниз. Вот она так спокойно опускается. На любое расстояние. Вот так. Вот так. Сколько угодно. То же самое, на самом деле, можно делать и здесь. То есть у нас здесь воздух поступает, и у нас там какая-то циркуляция идет. Обмен. И опять же, повторюсь, покажу, как закрывать. Самый верх отжимаем, самый низ опускаем, флажочки, оп, и поворачиваем. Все закрыто.
Ну а теперь самое главное. Самое главное что? Это вопрос хозяек, как помыть это окно. Поехали. Ложки, вправо. И здесь по бокам на створке есть специальные фиксаторы, которые не дают створке на вас завалиться. То есть мы их снимаем мягкой раз предохранителя, раз, к центру поворачиваем, сдвигаем. И следующий также. И действие какое? Створочку чуть приоткрываем и наклоняем. Мы наклонили и спокойно с этой стороны это можно мыть. Ну, можно так его, чуть ниже, да, можно прямо вот в таком положении это помыть. Если удобно, можно еще ниже там опустить. Главное, чтобы вот в нашем случае у нас мешает. А так до самого низу можно чуть-чуть до горизонтали. Мы так сделали, и то же самое делается с верхней створки. Поехали. Опускаем. Здесь тоже самое, такой же флажочек. Фиксаторы, да, их так можно назвать. Мы то же самое действие делаем. К центру их сдвигаем и также вот в таком положении спокойно моем. По весу, ну, мне кажется, килограмм 10. Это на самом деле много. Так что если девушка будет одна мыть, ну, надо рассчитывать, чтобы она это все удержала. И дальнейшее действие такое же обратное, чтобы это все дело вернуть и закрыть. Очень просто. Толкаем вперед. Все, створка зафиксировалась. Она стала в пазы. Зазоры тут допустимые, которые нужны. Все, она уже на вас не свалится. Ну и поднимаем вверх. Подняли то самое упора. И здесь то же самое. Защелкнулось. Опускаем вниз. Вверх поджали, вниз прижали. Ложочки повернули. Все закрыто. Все. Комплектация такая окна. Такого окна. Может быть стандартное белое и вариант покраски и еще вариант ламинации. Белое классическое окно, сразу скажу по поводу цены, оно дороже, чем обычное окно. Не знаю почему, ну могу только догадываться, потому что комплектующие все, они не российского производства, они даже не европейского, а чисто американского. То есть все, что есть, здесь даже на спейсере внутри, там написано Made in USA. Естественно, такое окно дороже процентов где-то на 40. То есть вот это такая комплектация окна где-то в районе 40 тысяч рублей. При том, что обычное классическое окно, которое бы просто открывалось, оно бы стоило там тысяч, наверное, ну 15-16. Это если в закупке брать. Вот и считаем, что плюс. Если это в ламинации, то, естественно, будет еще дороже. Так что, друзья, вот такой вариант окна американского, его на самом деле называем английское, американское, потому что в Англии много таких, но деревянных, в Америке много таких, но пластиковых. У нас есть такой вариант, приходите, расскажем, покажем, можно его попробовать, самим открыть, для того, чтобы понимать, как им потом пользоваться. Вот такая вот презентация нашего окна. Друзья, приходите к нам в офис, расскажем, покажем еще. Подписывайтесь на наши каналы, следите за хэштегом «Кожушка рекомендует». Ставьте лайки, делитесь с друзьями. «Кожушка рекомендует».